Анонс итогов выхода 12 серии турецкого сериала «Моя прекрасная жизнь». 12 серия сериала выйдет в эфир 24 января. Ранее в сериале мы увидели Шебнем, которая яростно пыталась утопить свою соперницу в бассейне. После того, как их удалось разнять, она приходит в комнате женщины и говорит ей, что ей совершенно плевать на то, что происходит у нее с Ануром. Это то, что совершенно ее не волнует, о чем она думает в самую последнюю очередь. Она просит Мелиссу не сметь трогать ее детей, потому что они для Шебнем самое ценное, что у нее есть. Она говорит, что все, что касается отношений с ее детьми, это красная линия, и через нее женщине лучше не переступать. Показывают, как Шебнем проводит время с детьми, что они для нее действительно самое большое сокровище. Она нежно прижимает их к себе, и ради их благополучия женщина готова пойти на любые жертвы. У Мисута интересуется, почему он постоянно находится рядом с Шебнем. Из-за того ли, что это необходимо по работе или дело куда глубже. И все дошло уже до личных привязанностей мужчины. Но Нур говорит ему, что о другой причине он и вовсе не хотел бы думать. Мисут смотрит на своего собеседника совершенно спокойно. Кажется, его совершенно не волнует все то, что он о нем думает. Мисут спокойно покидает кабинет с торжествующей улыбкой на губах. Мать Нура собирает гостей за столом. Она говорит, что это все не просто так. Есть кое-что, о чем она хотела бы поговорить. Тайны, которые, как считает женщина, наконец пришло время раскрыть. Всем хочется разобраться в происходящем и выяснить, какие тайны скрываются вокруг. 12 серия сериала выйдет в эфир 24 января. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.